сейчас придет Мэнди и сделает тебе чпунька. Прикольно, чпунька. Халк, не делай так больше никогда! Ты же знаешь, что мне это не нравится! А Мэнди нравится, чпунька. Чпунька. Сейчас опять начнется. Я администратор кампуса, меня надо слушаться, иначе попадешь в мой черный список. Это единственное, что она может сделать. Добавить кого-нибудь в свой черный блокнотик. Мне надоело здесь стоять. Мои ноги скоро к асфальту прилипнут. Если через 5 минут не начнется собрание, я уйду на тренировку. Лола, не выпендривайся. Никуда ты не уйдешь. Я сейчас серьезно говорю. Я реально уйду. Засекай время. Ага. Пазл. Мы сегодня после кампуса идем в гости к Понке. Ты с нами? Твали! Я с лузерами не тусуюсь. А зря. Будет весело. Пацаны, пацаны, смотрите. Я тупой Халк. Я тупой. Я не тупой. Не называйте меня так. Проблемы? Нет. А я думал, проблемы. Так, все. 5 минут прошло. Я пошла на тренировку. Стоять! Расслабься. Ну что, ребята, у нас плохая новость. Да, очень плохая новость. Мы что, закрываем кампус? Проблема? Нет. А я думал, проблема. Все намного хуже. Если не в курсе, наша планета в опасности. Чё-чё? Экология. Слышали такое слово? Я слышал. Протеин – экологически чистый продукт. Я ем его килограммами. И поэтому такой большой и сильный. Най, целуй. Ты чё, дурак, что ли? Не буду я целовать. Я знаю всё про экологию. И могу вам рассказать. Спасибо, не надо. Я сама. Короче, из-за таких, как вы, наша экология страдает. Да, Мэнди с Чаком сегодня собрали целый пакет пластика, разбросанного по территории кампуса. А вы вообще в курсе, что пластик не разлагается и наносит огромный ущерб не только природе, но и нам самим? Чё за бред они несут? Как какая-то бутылка может нам навредить? Так, Бабл, замолчи! Специально для балбесов поясняю. Каждый год в океан попадает около 13 миллионов тонн пластиковых отходов. А из-за этого страдают мои любимые дельфинчики. И не только дельфинчики, но и акулы, и черепахи. А еще пластиковые пакеты засоряют канализацию. Понка, не умничай! Короче, с этого дня офицер Чак и администратор Мэнди будут вас контролировать, чтобы никто в кампусе не мусорил. А еще мы приготовили специальные контейнеры для сортировки мусора. Чак... Ага, Мэнди. Та-дам! Короче, сюда выкидываем пищевые отходы. Сюда стекло. А сюда пластик. Пацанчики, а бита это экологичный продукт? Дак, ты задолбал уже, дай сюда биту. Санчик, ты что сделал? Теперь будешь играть в баскетбол. Сам играй в баскетбол. Это мое. И вообще, этот контейнер для стекла, а не для металла. Обожаю свою экологичную биту. Учитель Макс, у меня есть еще одна экологическая идея. Предлагаю избавиться от пластика в кампусе. А еще я буду лично следить за подростками, чтобы они выбрасывали мусор в нужный контейнер. Понка, что ты везде лезешь? А что? Я за экологию и за дельфинчиков. Дельфинчики, блин. Понка, это будет непросто, но идея хорошая. Мэнди, возьми на заметку. Уже взяла. На дельфинчиков мне пофиг, но мусор я сортировать буду. Все, собрание окончено. Не забываем правильно выбирать контейнер для мусора. Мэнди, ча, пойдем. Yes, плюс 10 баксов в мою копилку. Да, Мина, заходи. Привет, Камиль. Это я, Мэнди. Мэнди? Ты что тут делаешь?
Как ты вообще попала в дом? Как-как, обычно через дверь. Кстати, дверь была открыта. Советую закрывать, это небезопасно. Спасибо за совет. Ладно, я пошел. Стоять! Я хотела кое-что тебя спросить. Спрашивай, Мэйди. Я хотела спросить, ты любишь меня? Чего? Чего-чего, я спрашиваю, ты любишь динозавров? А, динозавров? Люблю. Мне просто кое-что другое послышалось. Такой глупенький. Чпунь. Мэнди? Что она здесь делает? Смотри, что я тебе принесла. Ага, подарочек принесла Камилю. Что это, Мэнди? Я была в Пятерочке. Там проходит акция. Можно собрать классных завров. Завры? А что это такое? Ты у меня реально такой глупенький. Чпуньк. Завры – это коллекция из 20 игрушек на присосках. Смотри, а это мои любимые. Вау! Я знаю их! Они мне тоже нравятся! Отдай сюда. Если Милана узнает, что Мэнди была здесь, то тогда Камилю капец. А ты знал, что Димитродон был величиной современный автомобиль? Его вес 226 килограмм. А еще у него короткие, мощные конечности. Ого! Я не знал про это, но зато я знаю, что вот этот диморфодон мог передвигаться по веткам скачками, как современные белки. Слушай, Мэнди, а что нужно для участия, чтобы собрать коллекцию? Я тоже себе такую хочу. Все очень просто. Если закупаешься в Пятерочке от 555 рублей, то игрушка просто выдается на кассе. А еще дополнительно можно купить альбом для хранения всей коллекции. И мягкие игрушки, которые, например, можно повесить на рюкзак. Этого очаровательного плюшевого красавчика я могу подарить тебе. Ого, неожиданно. Спасибо, Мэнди. Я рада, что тебе понравилось. У меня еще кое-что для тебя есть. Что, Мэнди? Пойдем, покажу. Щекотка! Мэнди, перестань! Камиль, трусишка, боится щекотки. Чего они там делают? Мэнди, Камиль. И чего тут делаете? Мы завтра распаковываем. Да, коллекция завров. Я их просто обожаю. Я так рада за тебя. Ладно, девочки, мне пора, я в кампус. Стой, Камиль, у меня еще один подарок для тебя. Амина, ты как всегда не вовремя. Амин, только Милане не рассказывай, что Мэнди была у меня. Мэнди, откуда у тебя завры? Переходи на сайт акции и собирай всю коллекцию завров вместе с нами. Кстати, акция продлится до 3 октября. Да, ссылка в описании под роликом. Смотрите, девочки, не экологичная и... Куда-то идет без подружки одна. Сама такая неэкологичная. Ты не сиська. Ой, девочки, смотрите, это что, пластик? А пластик в кампусе запрещен. Отдай, это мое. Ты что, не слышала, что сказала администратор? Весь пластик в мусорку. Или ты особенная? А твоя бутылочка пластиковая. Ты вредишь экологии. У вас тоже бутылки пластиковые, ты не сиськи. Во-первых, не ты не сиськи, а ты не сиськи. Миллион раз уже говорили. А во-вторых, наши бутылочки из экопластика. Слышала о таком? А? Так что дельфинчикам мы не вредим. А вот ты, да. Не надо на меня гнать. Я люблю дельфинчиков. Раз любишь, попрощайся с своей бутылочкой. Вы еще пожалеете. Я верну свою бутылочку. Ага. Лаура, экопластик, что за фигня? Без понятия. Я такие конфеты попробовал. Давай.
Офигеть. Офигеть. Хочешь, я тебе принесу? Да. Мэнди, я тут хотел тебе кое-что сказать. В общем, мне понравилась твоя идея с мусором, экологией, все такое. Камиль, я так рада, что ты заценил мою идею. Ты тоже любишь дельфинчиков? Ну да, типа того. Ты классный администратор. Мэнди, прикинь, я выкинул все свои пластиковые бутылочки из-под протеинового коктейля в контейнер для пластика. Молодец, Халк. Мэнди, вычеркнешь меня из своего черного списка? Ладно, вычеркну. И меня, Мэнди, тоже вычеркни из списка. Найс, знал бы, как ты меня бесишь. Ладно, вычеркну, иди отсюда, не порти мне настроение. Yes! Work hard, get dough. I can't get no sleep, please make my life more simple. Miles inside these shoes, so I don't stomp, I tiptoe. Fell a thousand times, I still. Пазл, что ты делаешь? Какого черта? Ты что не видишь? Я пью! Дай сюда! Не дам! Ты наносишь вред природе и дельфинчикам своей пластиковой бутылкой! И что мне теперь делать? Из ладошек пить? Можешь из ладошек. Дельфинчики тебе скажут спасибо. Спасибо! Да идите вы со своими пластиком и дельфинчиками! А вот это сейчас было лишнее! Мог бы просто молча уйти! Ведь дельфины умнее людей! У них есть эхолокация. Губите дельфинчиков. Привет, администратор Мэнди! Привет, миссиски. Чак! Чего, Мэнди? Подойди. Чего, Мэнди? Проследи за подростками, чтобы никто не подходил к моему столу. Я отойду. Блин, Мэнди, а ты надолго? У меня просто мало времени. Ты же знаешь, офицер Чак очень занятой. Нет, я на 5 минут. Ага. О, да у нее тут все из пластика. Кактус, пенал, панда. Ничего, офицер Чак спасет эту планету. Надо избавиться от этих вещей. Спасем дельфинчика. Спасибо, Чак. Не за что, Мэй. Обращайся. Чак, стоять. Что опять, Мэйди? Где мои вещи, Чак? А, ты про пластик. Я избавился от него. Спасаю планету от глобальной катастрофы. Какая к черту катастрофа? Где мой любимый кактус и пандочка? Так они это, в красном контейнере. Сейчас же иди и верни их на место! Немедленно! А, мне пора, меня Макс ждет. Чак! Мэнди, мы тебе не мешаем. Че надо? Мэнди, ты, конечно, извини, что мы помешали рыться тебе в мусорке, но по секрету, со стороны это выглядит не очень. Администратор кампуса роется в мусорке, как бомж. Сами вы бомжи, я свои вещи ищу. Мало того, что их выкинули, еще и контейнеры перепутали. Мы, наверное, пойдем, а то тут мусором запахло. Ага, валите отсюда. Пацаны, что будете делать на каникулах? Я буду тренироваться все каникулы, чтобы играть лучше всех. А ты, Дак? Я устроился на работу в кафешку рядом с домом. Буду подрабатывать. Я сейчас коплю деньги. Ого, у тебя будут собственные деньги, и ты не будешь просить у родителей? Чему ты удивляешься, Дэнс? Вот лично я уже давно не прошу деньги у родителей. А где ты их берешь? Где-где? Брат подгоняет. Повезло тебе с братом. Блин, а я пока прошу деньги у родителей. Но на следующих каникулах я тоже устроюсь на работу и буду зарабатывать свои деньги на карманные расходы. Пацаны, о чем базарите? Не твое дело, Паза. Не кипишуй, Бенц, я просто спросил. На самом деле, мне пофиг. Thank you.
Короче, не знаю, зачем вам об этом говорю, но я тут свою банду собираю. Кто-то хочет ко мне? Никто! Ну и зря. Мальчики, куда вы ушли? Мы вас потеряли. Да мы тут это, не знаем, как избавиться от одного лузера. Девчонки, а как насчет того, чтобы прогуляться в парке? Дэнс, ты у меня такой романтик. Пойдем, девочки? Пойдем. Вы подумайте над моим предложением. Места ограничены. Лузеры. Ребята, напишите в комментариях, возвращаться мне в команду предателей или собрать свою. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите наши новые серии. Все, всем пока.